Да, алло. Здорово, здорово. Блин, только с работы приехал, устал капец. Давай завтра. Все, на связи. Алло. Привет. А я вот сейчас только покушать сел. Давай часа через 3. Все, договорились. Алло, ребятки. Блин, я уже клубешник сегодня собрался присоединять. Ну, как хотите. Ну, завтра давайте, с утра точно буду, как огурчик. Как огурчик, ребятки. Ага, давай, давай, давай. Вот такие причины я находил, лишь бы не заниматься всей этой физкультурной рутиной. Хотя раньше лет до 23 жил с девизом «Ни дня без спорта». Потом, как это у многих бывает, работы, заботы отодвигают все это спортивное действие на второй и третий план. Но все поменялось, когда после очередных праздников на весах уже было больше сотки, а в зеркале отражалось тело, неподобающее 30-летнему человеку. И мною было принято волевое решение возобновить ежедневную физическую активность. Тем более час в день на себя можно найти. Я надеюсь. В общем, 30 дней, турники, брусья. Посмотрим, что дадут. Раньше это были мои любимые тренажеры. На турниках было 20 повторений чистыми, на брусьях более 40. Интересно, за месяц можно хотя бы немного приблизиться к этим результатам? Тем более, какая атмосфера, лес, свежий воздух. Короче, погнали на разминку. Тренировочные дни будут банальные и простые. Каждый день брусья, турники, по 5 подходов, на то и на другое. Максимум повторений, максимум боли. Давай, давай, еще, еще. Сегодня же будем действовать так. Для начала замерим исходный результат. Через 2 недели посмотрим прогресс. Через месяц закончим процесс. Ну вот такие результаты, мешок, но будем стараться, через 2 недели посмотрим. We'll be right back.
пойти со мной сделать. Вот так вот умеешь делать? Вот так умеешь? Это тебе надо жить. О, молодец. Что-то он очень. Давай еще. Давай еще. Не умеешь? Ты в фильме не будешь участвовать? Мы с Женей тогда сделаем в фильме, ладно. Да? Тебя не будет в фильме, да? Да, Дим? А что, уже снимаем, да? Народ, всем привет! Настроение просто супер! Вот и прошло 2 недели. Сегодня замерим промежуточные результаты. Давайте терять время. Погнали, уже не терпится посмотреть. Хотя я-то их уже и знаю. Но, может быть, и сам себя удивлю. До 11. По-моему, это супер результат. Скажу, нормально. Сбрусь, пожалуй, побольше. Но все равно чувствуется сила уже. Через 2 недели увидимся. Вот и подошел к концу мой месячный цикл по ОФП. И сегодня 29-й день, день выходного. Чтобы, так сказать, перезарядиться и завтра выстрелить по полной. И за этот месяц я ощутил целую палитру эмоций и ощущений. Если в первую неделю было всего лишь 4 тренировочных дня, но потому что без выходных было никак, руки болели, боль была адская и неприятная, не тянули, в моменте тренировок они тряслись и ничего не хотели делать, то во вторую неделю уже пошел такой значительный прогресс, именно в плане повторений. Из 6-7 раз... После первой недели я сразу стрельнул до 11 в турниках и до 17 на брусьях.
И уже начиная с третьей-четвертой недели я получал настоящее удовольствие и от тренировок, и даже от той же боли. Боль была приятной. И если я просыпался на следующее утро после тренировки без боли, значит, что-то вчера я сделал не так и не доработал. И это было уже поистине приятное чувство. Руки тянули, руки могли, руки хотели, и самое главное, что все получалось. В общем, завтра посмотрим, что будет. Да, и на протяжении всей недели вес у меня держался один и тот же. Про вес было мало слов, но весил я примерно 105-106 килограмм. То есть не похудел и не набрал. Я работал с одним и тем же весом, и поэтому результаты будут идеально точные и именно покажут прогресс. И самое главное про вес. Когда у меня было на турниках максимальное количество повторений 20 и на брусьях 40, то в тот момент, там 18-20 лет, я весил 80 килограмм. Сейчас же этот вес 105. И поэтому, если примерно пересчитывать, то, наверное, ну, повторений 15-16 я бы сделал с 80-килограммовым мной. Ну все, сегодня отдыхаем, настраиваемся. И завтра, 30-й день, в бой. Посмотрим, что будет. Один больше, чем две недели назад. Ну, в общем, за месяц по подтягиванию с 5 до 12 на брусьях с 10 до 22. Но во вторую половину месяца, конечно, прогресс пошел потяжелее. Но, может быть, так и должно быть, чем дальше, тем сложнее. Ну, либо сегодня просто холодно и скользко. Ну, а так, конечно, классно. Будем продолжать и, может быть, еще что-нибудь придумаем. Типа ноги 30 дней, пресс 30 дней, бег 30 дней. В общем, мне понравилось. Это не конец. Нормально. Сейчас еще ебанусь чуть-чуть. Все хорошо. Ну и в общем, вот он прогресс. За месяц. Конечно, пузика особо никуда не ушла, но я с ними не боролся. А так, конечно, тело подокрепло, это точно. За месяц можно прийти в хорошую физическую форму. В нормальную. Пошли отдыхать, холодно. И в течение всего этого месяца я полностью забросил свой любимый дорогой бар. Ну ничего, скоро хорошенечко отметим.